Entschuldigung. Im Kino läuft zurzeit Kinderfilmfest. Und heute lief ein Film Mafka. Film ist sehenswert. Film aus der Ukraine und über eine ukrainische Geschichte. Morgen läuft der Film noch einmal. Die Preise sind sehr moderat. Herzliche Einladung dazu. В кинотеатре идет детский фестиваль кино. И сегодня была премьера фильма «Мавка». Это украинский фильм. И там тоже речь про войну, про другую войну. Лесные и Мавка, вы знаете, Мавка – это девочка, которая лес спасала. Были наши женщины и плакали. Потому что мы это видим теперь другими глазами спустя 2 года, эту сказку про Мавку. Там вроде как любовь побеждает. И прочее, очень... Мы плакали, да. Вот. И завтра фильм будет показан еще раз. Посмотрите, возьмите программу. Вход в кино недорогой. Вашим детям понравится история, а вам будет просто хорошо, я думаю, тоже увидеть украинский фильм. Он на немецком языке идет, но содержание понятно. Это первое. А второе. Завтра в 11 часов в Йоханнес, Санкт-Йоханнес-Кирхе состоится экуменическое служение. Будет священник, декан Мюллер, будет священница из католической церкви Мехтельфро и будет священник Украинской православной церкви из Кобурга. Может, некоторые его знают. Артем Бондаренко, батюшка, приедет завтра и тоже будет благословлять. В 11 часов Эльсница Штрассе. Это будет служение. Будут наши девочки с Украины тоже говорить свидетельства свои, что для них изменилось за 2 года. Я думаю, что вы можете себе представить, что они будут рассказывать. Придите поддержать. Будет 2 хора. Будет немецкий хор Камеко и будет украинский хор, который, может быть, некоторые из вас уже слышали, они уже приезжали в прошлом году. Они будут в вышиванках, они будут петь украинские песни, не просто народные песни. Завтра в 11 часов Йоханнескирхе, Ökumenische Gottesdienst, herzliche Einladung. 2 Chöre werden vertreten sein, ein Kammerchor mit Herr Wieser und ukrainischer Chorprojekt aus Wunsiedel mit Olena Kokaitko. Da sind die geflüchteten ukrainischen Frauen, die singen da. Die waren bei uns schon in St. Michaelis einmal da und wir haben es gehört und das berührt sehr, die Lieder, die sie da singen. Außerdem werden 3 Geistliche da sein, Dekan Müller hält kurze Predigt, dann wird die Mechtelfrö von der katholischen Kirche sprechen und da wird der orthodoxer Priester, sagt man da, ja, aus Coburg da sein, des ukrainischen Patriarchats da sein und auch die Ukrainer und alle anderen, die es möchten, segnen. Morgen 11 Uhr, St. Johannes, Oelsnitzer Straße, herzlich willkommen.